Мы будем трудиться и ночью, и днем. Мы любим снежный десант. В морозное сибирское утро, когда замерз даже ноутбук, гимн студенческих отрядов ребята поют сами. Потому как бойцам снежного десанта холод уж точно не помеха. Ребята с университетов Иркутска, города Братска, также это среднеспециальные учебные заведения города Иркутска и также города Братска, Усолья Сибирского, ну и со всей территории нашей области. Ребята участвуют в акции более 200. Ребята у нас отправятся в 19 муниципальных образований Иркутской области, где будут оказывать шефскую помощь ветеранам, пожилым людям, просто тем, кому нужна помощь. Александр отправляется помогать людям в составе снежного десанта уже второй год. В прошлом был простым бойцом, а в этом уже командир отряда. В его подчинении студенты медицинского университета. Их 14 человек, из них 10 девочек. Сегодня отправляются в Тайшет. Просто мне нравится помогать. Я со школы волонтерить еще начал. Как бы у меня большой опыт волонтерства за спиной. Но здесь как бы есть возможность съездить, помочь бабушкам, провести активно каникулы в новом как бы районе. Это очень интересно на самом деле. А с бабушками очень интересно, они рассказывают историю, как бы ВЛКСМовские бабушки, которые, ну, ветераны, труженики тыла. С ними интересно поговорить про Отечественную войну, про то, как они жили, как живут. Снежный десант проходит в четвертый раз. В течение 5 дней ребята будут оказывать трудовую помощь ветеранам, проводить спортивные турниры, мастер-классы по здоровому образу жизни и прикладному творчеству для школьников. К этой акции ребята готовились давно. И сейчас во всеоружии доброты и участия, здорового задора и молодости отправляются в путь. Екатерина Нерушкина и Сергей Полянский. Новости сейчас.